dear participants of the Tchaikovsky competition, I wish you the best in Russia in that particular competition. And welcome to Russia, welcome to Moscow, and welcome to St. Petersburg. Конкурс Чайковского – это некоторый символ любви России к музыке и наших очень серьезных музыкальных традиций, которые уходят глубоко в прошлое. Конкурс Чайковского на протяжении 60 лет открывал великие имена. И я надеюсь, что приближающийся 16-й конкурс в этом смысле не будет исключением. Когда мы учились в школах, в московских школах, то навстречу конкурсу Чайковского всегда проводилась интересная работа, у нас проходили музыкальные концерты, мы знали победителей предыдущих конкурсов Чайковского, это было очень интересно. Но попасть на конкурс Чайковского я смогла только в 86-м году, это был интереснейший конкурс, я была молодым специалистом, и нам достались билеты только на галерке. И во время церемонии открытия мы увидели молодых мальчиков, исполнителей. Организаторы конкурса в этих молодых ребятах видели будущих звезд. И сегодня это действительно ведущие исполнители. И очень важно, что именно эти люди задают некоторый тренд в музыке. Конкурс Чайковского год от года меняется. И в последнее время постоянно звучала тема отсутствия хорошего конкурса для тех, кто занимается духовыми инструментами. И это была личная инициатива Валерия Бесалыча Гергиева, который предложил, чтобы в этом году наш конкурс был расширен, и в нем появились новые номинации – это духовые инструменты. Будут и фан-зоны, и это мероприятие будет поддерживаться и транслироваться не только на всю Россию, но благодаря каналу «Медичи» это будет доступно для всего мира. Мы очень ценим ваш вклад в популяризацию этого конкурса. Но для нас очень важно, что действительно будут фан-зоны, и они будут располагаться и в виртуальных залах, филармониях, музыкальных школах по всей Российской Федерации. Я бесконечно благодарна Валерию Бесалычу Гергиеву за его вклад в развитие конкурса Чайковского. Это очень серьезная работа – привлечь столь уважаемое жюри. Абсолютно все пошли навстречу именно Валерию Бесалычу и изменили свой график для того, чтобы быть здесь все эти дни, когда будет идти конкурс Чайковского. Это огромное вселяет надежду и уверенность в каждого участника конкурса. Конкурс будет абсолютно объективный, и участие в конкурсе дает молодым талантливым людям уверенность в будущей карьере.